троє постраждалих, з них один середньої важкості. У нього рвані рани плеча, ноги, обличчя, потилиці. Він госпіталізований в травматологічне відділення. І двоє чоловіків легка ступінь важкості, там акубаротравма, струс головного мозку. Лікування їм призначили амбулаторно. Вон, а там, под той, вот там внизу я и лежал. Я пришел сюда сегодня, смотрю, думаю, а как же я оттуда вылез? Оттуда и карабкался в окно, потому что тут уже тут загромождено было, тут полыхало уже, капало, так что, а то в окно. Полный рот песка или что там, штукатурки. Ну, давай. А вылезти не могу, завалены же шлакоблоком. Отвезли в больницу, ребята, оказали перерыв. Тут не так, на кротову точит. Здесь он тоже, ну ничего. Сказали, голова пробита. Да, голова пробита. Ну, сказали, говорит, жить будешь. Смотрю, наш забор там, и номер дома валяется там. Пожарные ехали долго, воды нет в городе. Уехали, оно опять разгорелось все. То, что не добило авиация или чем, что кто здесь пулял, все догорело. Полная потеря жилья. Две машины, летняя кухня, гараж, сарай, все разбито. Аккуратный домик, конечно, был. Сделан был по уму так. Но это в прошлой жизни осталось, к сожалению. Сколько тут трудов было. Это у нас была прихожая. Деревом облицевали, лестница, балясины сами точили, тут красивые были. Ну, было красиво сделано. Делали дольше, чем оно горело.